Мы приехали в Варшаву. We came to the Warsaw. And right now I'm gonna show you our room. Туалет, толкан, ванна, bedroom, toilet. Вот такой вот. Плюс пол, шахматная доска. Кроссовки, тапки. Вот такую... Статуя какая-то. Дальше, ну, кровати такие солидные. Короче, поселили нас в очень хороший номер. А сейчас мы идем с Кирюхой хавать... Потому что у нас здесь скотина! И вот такой вот у нас вид. Ну, никакой. На геликоптер. Видите, там геликоптер летит. Геликоптер. So, that's it, guys. Расскажите, где мы сидим? В бизнес? Ну, что? Ой. Суперлюкс, как говорится. Luggage is up there. Ну, в таком люксе, что вообще... Предлагают уже нам тут, что хочешь. Что хочешь? Ну, пока ничего не хочешь. Я не знаю. У меня жизнь уже удалась. Да у всех уже удалась. Вот так надо жить. Ребят, стремитесь к этому. Брат, коничива. Сори. Что мы нашли? Опа. Изукумидория. Вот это уже по пацану. Dragon Ball. Ну, это тоже все понятно. Fee Wings. А, ой. Fee Wings, почти угадал, брат. Ну ладно, шот, ну тут прикольненько, мы в Японии, вы с Кирилла Болюх. Всем привет. Мы только что приехали сегодня, в смысле. Опа, и тут, смотрите, что-то с аниме. Короче, мы все еще в том же магазине, и вот здесь у нас есть такие разные манги. Кто не знает, манга это типа книжка, только с аниме, ну, короче. И вот какая-то, я не знаю, что это типа Джутсу Кайсен, насколько я понял, магическая битва, но я не уверен. И мы вот так листаем, да, вроде вот, все, бам. Чирик, пятый гир. До свидания. Я снимаю обзор на наш бассейн. Это входик. Здесь у нас проверяют accreditation и смотрят нога. Вот, сейчас, wait. Шик. И заходит в этот. Тут сейчас японцы здороваются. Коничива. Да-да, видишь? Здороваются, пингвины. И раздевалка. Дальше не снимаю, потому что там 18+. Кстати, да, вот наш бассейн. Вышки, получается. Вот там трамплины. Вот здесь бацаки. И вот здесь мы переодеваемся. Здесь у нас еще есть магазин с едой. Вот всякие приколы. Сладости разные. Принглсы. Выглядит все аппетитно. Steak free, вот это бесплатно все. Вот брелки всякие, подарки, игрушки. Но они здесь не принимают Apple Pay, и я не могу купить у них. Бассейн. Ребята, мы пришли в магазин с One Piece. Здесь есть такие игрушечки. Вот такое вот всякое разное. Давайте еще экскурсию проведем. Вот, Мугивара на Луфи. Ну, не знаю, брелочки, ну, какие-то. О, Ута. Ута, я не смотрел фильм, поэтому, сори. Я позер. Анги One Piece. Сколько много всего. Что? Кайлугуни! Мне нужно купить что-то своей сестре Маше и купить что-то своему другу Дане. Зачем я так разговариваю? Ну, немножко напевно. О! Вот это я точно беру, палочки с One Piece. Блин, а какие взять, Зоро или Сабо? Да, ну Зоро, да, они получше. Блин, не знаю, Даш, мне брать палочки себе с Сабо? Что это? Это как картинка. Есть пакет One Piece, футболочки, подушечка, тапки, полотенца, Сабо. Ну вот и все, в принципе. Так, ну и прямое включение. Я сейчас сдаю допинг. Почему? Потому что мы с Кирюхой смогли, мы завоевали серебряную медаль, и теперь мы еще можем ехать в Париж 2024 в синхроне. Только в синхроне. Индивидуал еще не завоевал лицензию. Поэтому сейчас ждем. Пью воду, стараюсь пойти в туалет, но еще не хочу. Ну, потом еду домой и тупо чилю. Все, всем удачи и всем до свидания. А прыжочки я вставлю попозже.
Так, ребят, а вот вы здесь можете наблюдать наш зал. Это по факту бассейн, с которого сделали зал. Какие они вкусные. Мы закончили наше соревнование. Вчера я выступал в индивидуале, показал неплохое выступление, набрал 475, по-моему, баллов. В принципе, неплохо отпрыгал, завалил 109, ну, как всегда, вот у меня были предварительные, полуфинал и финал, и я везде 109 завалил, к сожалению. Но 475 баллов — это, ну, средний результат. Остальные прыжки я сделал достойно. Вчера выиграл австралиец, это вообще типа нонсенс. Шок. Никто не ожидал, то, что кто-то может вообще обыграть китайцев, но австралиец, набрав 520 баллов, смог их, так сказать, уничтожить. И сегодня мы уже собираемся ехать. Сейчас я вам, кстати, покажу, что я купил в Украину. Начинаем с еды. С еды я купил это в основном все какие-то конфеты, желейки, вот, с манго. Купил карточки с клинком рассекающей демонов. Не знаю, что выпадет. Это я купил сестре. Бам! И... на подарочки. Брелок с эйсом. Великолепный. Бам. Кружечка. На подарок One Piece. Вот такая вот. Красивая, достойная. А, и вот еще один брелок. Вот, вот такой вот с Луфи. И получается, я уже себе повесил. У меня еще есть брелок с Зоро. Вот такой вот. И вот. Кирюху за 50 гривен еще купил. Показываю, что Болев купил. Кирюха купил себе вот такой вот брелочек. Тут уже Трафальгар Ди Уатерлоу. Дальше вот такую вот чашечку с Луфи. А марка Феникс где-то? А, вот он. Вот, короче, марка Феникс. Вот такой вот Луфи. И вот такая вот One Piece. Мы, короче, фанаты One Piece, ждем 5 гер. Еще я немножко в шоке с того, что мне подарили тряпку с Пикачу. Не поверите. Показываю. Я не хочу ее распаковывать. Вот, ну, такая вот тряпка. Покемон. Бам-бам. Все, показал. До свидания. Мы же с Кириллом в синхронных прыжках стали вторые. И вот таким вот образом выглядит наша медаль. Чудесно. Просто чудесно. World Aquatics. И такой логотип Фукуоки. 14-3 July. World Aquatic Championship Фукуока 2023. Let's go. И вот такого пингвина. Я не знаю, это акула, наверное. Или ой, какая акула, это дельфин, наверное, или пингвин какой-то. Не знаю, ну, прикольная игрушка, я ее отдам Маше.